Институт механики и машиностроения, и мы начинаем. Вечер в хату, бродяги! Процветать и крепнуть всему людскому. Не поймите меня неправильно, просто ситуация такая в республике. Надо быть готовым ко всему. Представьте, семейная пара в супермаркете. Дорогая, может, хотя бы тележку возьмем? Да нет, мы только за хлебом. Мужик, не верь ей! Вчера на ночь глядя решила перебрать карбюратор. Поняла, что без 100 грамм не разобраться. Эх, перебрала. Движемся дальше. Экстрасенс покупает квартиру. Вот, собственно, квартира. Ага. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ох, как вас здесь много. С кем это вы там поздоровались? А, да ни с кем. До свидания, удачной продажи. Ребят. А ну-ка все сюда. Скоро Новый год, и так как вы в этом году себя очень хорошо вели, поэтому у меня для вас есть подарки. Значит, Саш, это тебе. А что это? Это, Саш, пакетик с сексом. Это тебе пакетик с сексом. Это тебе пакетик с сексом. Это тебе пакетик с сексом. Мне нельзя. Это еще почему? Просто, когда я была маленькой, меня уронили в котел с сексом. Понятно. Это тебе пакетик с сексом, ну, Лёвка, и тебе пробник. А почему им такие, а мне такой? Ну ты попробуй, вдруг не понравится. В детстве мама мне говорила, вырастешь, будешь сексуальной. Но ничего, время еще есть. Представьте, клуб людей, которые всех бесят. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я люблю поздравлять людей в день рождения в час ночи. Бесишь, 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 бесишь. Здравствуйте, меня зовут Юля. Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть. Бесишь, 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 бесишь. Здравствуйте, меня зовут Михаил, и я могу взбесить всех в этом зале одной фразой. Это какой? Марго, опорный вуз!